Здравствуйте, Михаил Дмитриевич. Вот сейчас перед отправкой я вам хочу показать вот этот Siemens RA-170. Вот. Сейчас послушаем классику на нем. Мне тут очень нравится это Sibelius, там восьмая вещь, очень красивая. Вот первая. Вот, вот восьмая. Тут такая динамичная, с медью, с трубами. Звук у него хороший, у этого, конечно, проигрывателя. Такая вот увертюра. Сейчас послушаем джаз. Ну, как я говорил, болванки он читает выборочно, но не все. Иногда даже вроде как плохие, наоборот, читает хорошо. Но мне кажется, зависит от того, на чем писали. Вот, видите, сейчас он не прочитал. Сейчас вот начал читать. Сегодня мы слушаем этот же проигрыватель уже с другим усилителем. Тогда с Kenwood'ом 8004, сейчас у нас Sansui AU555A, один тоже из моих самых любимых усилителей.
Вот сейчас будут ударные тут. Натуральные. Как-то так. Вот на этом, я думаю, можно закончить нашу запись. Короче, несмотря на ряд недостатков, он, конечно, медлителен, как бы капризен к чтению дисков болванок CDR. Все фирменные диски читают хорошо, но звучит он абсолютно не как какое-то цифровое такое устройство. Цифры не сыпет. Звук у него очень хороший, и по цене качество аппарат очень даже достоин. До свидания, до новых встреч.